Каждый раз, когда Галина Александровна приходит на могилу своей матери, она волнуется, что ждет ее здесь на этот раз. Здравствуй, моя мамочка. Женщина переживает, что рядом с могилой проходит дорога. Машины проезжают слишком близко. Старая оградка была, приехала внучка, я, зять и красим. А машина грузовая идет, буксует нам в лицо. Вот прям на памятник ошметки грязи летят. Но не исключено, что опять грязь вот здесь. Посмотрите, что творится. Дорога идет настолько рядом, что машинами сломали оградку. Ее пришлось заменить. На это у женщины ушла почти вся пенсия. Так она разбитая же была. Кто ее сваривать будет? Когда машина едет, это каждый раз разбивает. Привяжем, опять разбивает. То есть они задевают оградку? Конечно. А близко же, видите, как проезжает. А машина грузовая. Это еще такая такси может проехать или легковая, а здесь что? Видите, как она близко? Я боюсь, что и эту могут разбить. Галина Александровна начала искать способ все исправить. Написала руководителю ритуальной службы. Сначала письмо осталось без ответа, затем обратилась к главе поселка, а потом дошла и до районной администрации. В итоге поставили железные столбики, но не прошло и нескольких дней, как их тоже свернули машинами. Брат приезжал из другого города. Вот такая трава была, все почистили, вон туда сложили. А что толку-то? Проехали раз-два, и эта трава примялась. Дорога ведет к небольшой свалке. В основном к ней и подходит машина. После съемок сюжета мы связались с управляющим Александром Карпашко. Он заверил нас, что в ближайшие дни работники ритуального хозяйства найдут способ решить эту проблему.